Сегодня люди к нам обратились за помощью на наш канал «Жизнерадостный» в день памяти обретения мощей блаженной старицы и чудотворицы Матрёны с разными просьбами, то сегодня мы должны их и удовлетворить. И мы удовлетворили, благодаря вам. Сейчас они скажут пару слов благодарности. У нас в Одессе неспокойно, шахеды, бабакает. Ну, одну ночь поспали, набрали сил, то есть благодарим Бога реально за каждый сегмент временного пути нашей жизни. Отоспались, молимся даже, дальше и терпим, боремся, сопротивляемся, надеемся на лучшее. Но люди сегодня обратились, помогли, а завтра я, даст Бог, уже подъеду в Одрекс к отцу Мирону, с Леночкой встретимся, сделаем оплату и будем надеяться. Вот слышите, бабахает как. Надеемся, что отец Мирон придет в себя, обязательно выживет в этой всей ситуации со своей бешеной пневмонией. И скажет лично вам спасибо. Мирной ночи, друзья, мирной. Дякую, братья та сестри. Ми отримали допомогу в сумі 24700 от вас, жизнерадостный дяк. Просимо вас молитися за мої операції. Дай Бог вам миру. Щиро дякую каналу «Життєрадісний діяк» за надану допомогу. Вам, брати і сестри, низький уклін за ваші пожертви. Прийшли кошти, просимі мною на оплату комунальних послуг 5 тисяч гривень. Будемо молитися за ваше здоров'я і спасіння. Храни Господь і Пречиста Богородиця.